Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается контроля мужа по отношению к жене. Скажем так, автор вопроса, девушка, ведет, скажем так, социальную активность, где она занимается тем, что презентует себя. Ее мужу это не нравится, подобная социальная активность, вот, и он пытается это ограничить. Мужчина встретился с автором вопроса, как бы, судя по тому, что я понял из текста, на фоне довольно сильного конфликта, точнее даже не конфликта, а кризиса в отношениях со своей женой. В итоге со своей женой он разводится, и он вместе с автором вопроса создает семью. Вот, отношения. Да, в которых не все гладко, по словам автора вопроса. И, в общем, да, были ссоры, были, как я понял, моменты расставания, вот, но сейчас вроде все хорошо. Кроме вот этого аспекта, которым муж контролирует автора вопроса. А автор вопроса как бы говорит о том, что, ну, как-то так, вот я ему все вроде как разрешаю, да, то есть ни в чем его не ограничиваю, вот, ничего ему не запрещаю, а он как бы делает вот это. Какая есть еще проблема? Дело в том, что автор вопроса не уверен в себе. Автор вопроса имеет проблемы, судя по всему, с самооценкой. И комплексует по поводу своего возраста. Также автор вопроса боится быть брошенной. Боится, что муж ее бросит. Как я понял. И обладает достаточно высокой эмоциональностью, судя опять же по тому, что я могу наблюдать. Вот, на это указывает ряд моментов. Ну вот, вот, собственно, это и является проблемой. То есть проблема не в том, что отвечать мужу и как сказать, что вы не хотите оставлять свое хобби, потому что это, в общем и целом, на мой, по крайней мере, взгляд, является оправданием и, в общем-то, признанием своей вины, признанием того, что ну, что-то вы делаете не так. А именно история про повышение уверенности в себе и работы с самооценкой. Вот. Могло бы здесь вам помочь.
Также страх быть брошенной – это недоверие, скажем так, себе, да, недоверие и обесценивание своей личности. А еще мне показалось, что вы как будто бы к мужу очень сильно привязаны. Естественно, я не уверен в этом. Естественно, я в этом не уверен. И, естественно, в данном, ну, в данном контексте это всего лишь моя догадка, но вот такое ощущение, что вы чрезмерно, скажем так, центрируйтесь на мужчине. И вот то, что вы говорите, что вот это все для него, как вот, ну, как вы описываете, да, что все это для тебя, все это, вот. А, на мой взгляд, с одной стороны, вы, возможно, не можете донести до своего мужа свои чувства, вот. То есть, ну, у вас не получается донести до своего супруга то, что вы чувствуете. То есть в этом смысле здесь может быть скажем так, нарушена, ну вот, коммуникация, вот, как мне кажется. И вот, на мой взгляд, вы чрезмерно ну, в этом смысле, вот, чрезмерно зависите от человека. По крайней мере, ну, мне так показалось. Конечно, я могу быть неправ, и, конечно, я могу чего-то недопонимать. Вот, но, на мой взгляд, пока что ситуация выглядит примерно таким образом. Вот, и, соответственно, это то, что вам нужно корректировать. На мой взгляд. Вот.
такая история. На этом все, пожалуй, на данный момент. То есть поменьше думайте о том, чтобы что-то объяснить и доказать своему супругу, вот, и побольше обращайте внимание на себя, на свои желания, на свои ну, на свои потребности, вот. И обратите, пожалуйста, внимание на страхи. Вот. То есть я бы в данном случае на такие вещи обратил бы внимание. Вот, на этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она, вне всякого сомнения, пригодится.